15 января 1943 года. 577 день войны. В районе Сталинграда наши войска продолжают истреблять окруженную немецкую группировку. Западнее города наши части продвинулись вперед и уничтожили 800 гитлеровцев. В городе наши штурмовые отряды овладели укрепленными позициями противника. Юго-западнее Великих Луг наши части заняли 6 населенных пунктов. Немцы потеряли убитыми 300 солдат и офицеров. В одном из сел наше подразделение захватило в плен 20 немецких солдат. Когда пленных вели по улице, из домов и сараев стали выбегать прятавшиеся немецкие солдаты с поднятыми вверх руками. К 20 пленным присоединились еще 40 немецких солдат. 19 января постановлением Верховного Совета была организована Ульяновская область с центром в городе Ульяновске. Одной из причин – это перенаселение, которое было связано с эвакуацией. Именно туда эвакуировались множество промышленных предприятий и людей. Мало кто знает, что даже военно-морской флот, руководство военно-морским флотом было эвакуировано в город Ульяновск. Под Белгородом в ходе внезапной атаки 7-й кавалерийский корпус и 201-я танковая бригада овладели городом и железнодорожным узлом Валуйки и Уразово. Сегодня же за мужество и героизм 7-й кавалерийский корпус был преобразован в 6-й гвардейский кавалерийский корпус.